человеком и в преддверии важных матчей национальной сборной. Клименко снова, Клименко проваливается внутрь, просит мяч, но сейчас Попов хорошо защищается за позицию. Теодор бросает три и попадает. Такой вот старт казанской команды. Игровой не прошло, сколько событий было. Теодор, заслон от Клименко. Акара Уайт, три, попал Акара Уайт. Это считается лучшим способом. Попов заблудился в собственном дриблинге, сохраняет владение. 10 на атаку. Илья Попов до конца пошел. Специальные потери во время атаки. Он видел цель, он шел к ней. Холланд, 3, туда, отвечает Джон Холланд. Илья Попов. Бэттл. Только сейчас к нему Уайт пришел. Хэммонс, 3, отвечает Джону Холланду. Еще 3. На этот раз не попал. Первый промах из-за дуги Уникса. Холланд, та же точка, не тот же результат. Клименко. Ба-бам! Артем Клименко. И Попову своим данком. Попов со средней. Пожалуйста. Интересный дуэль двух российских центровых. Часто ли тазывают свой арсенал и Клименко, и Попов. Вот Клименко играет пик-н-ролл с Теодором, получает этот навесик. И, встав на цыпочки, буквально Артем Клименко. Холланд в пост, он против Тимофея Якушина. Попов готов страховать. Акара Уайт один на дуге. Передача на Клименко со средней дистанции. Это даже не средняя, из трехсекундной зоны. 10 у Артема Клименко. Втягивается оборона Енисея. Под трехочковый заряжается эта атака. Теодор что-то среднее между передачей и флоутером подбросил. Но там есть. Выглядит очень внушительно от Уникса. Они, если в Монако в какой-то момент посмотрят обязательно эту игру, они показывают. Появился тот самый Джон Браун. И вот это противостояние Брауна и Хога. Правда, на этот раз Хэммонс против Хога. У Джона Брауна абсолютно не баскетболь. Начал играть в баскетбол профессионально. До этого был сосредоточен на американском футболе. Кулагин свою первую треху реализовывает в этой игре. Ну, и это, конечно, все количество набранных очков в Красноярске за первую четверть. 28 же было 5 лет назад, в 16 году. Еще попадание в позиции центрового, но он немногим уступает в росте Гудумаку. Кулагин, 7 секунд на атаку. Михаил, передача внутрь, и отвоевал позицию Гудумак. 31-20 в пользу Уникса. С таким счетом заканчивается Узинский. Из-под кольца Дмитрий Узинский. Кажется, нет позиции внутри трехочковой дуги, откуда он не забивает регулярно. Тайс Бэттл, какая красивая вертушка. Хочется сказать, нужно начать защищаться регулярно. А как это сделать против Уникса? Тайс Бэттл, 2 очка. И мне кажется, фол был в ситуации не бросковой. Соответственно, там еще 2 штрафных броска должно быть. Вот там фол. Уайт срубил Дастина Хога. И Дастин Джордан Теодор. Уайт поставил ему заслон. Теодор, скидка в угол. Антипов забил. Павел. Наконец-то, кажется, с третьей попытки для себя. Бэттл. Снова в проходе. Флоутер. И Артем Комиссаров добавляет. Если Локомотив там проигрывает Униксу, а ЦСКА побеждает Нижний, то, если я правильно понимаю, ЦСКА оказывается третьим, Локомотив четвертым. Пока нет нарушений правил. Акара Уайт спокойно разобрался. Третья попытка у него будет. And one Акара Уайта. Он дотерпел, пока все-таки на нем правила нарушат. И только тогда Попов занимает позицию в посту против Акара Уайта. 7 секунд на обыгрыш. Илья еще не начал дриблинг. Сейчас это сделал. Дотерпел. Разобрался. Второй раз в этом матче Илья Попов. Результативный игрок матча. 14 очков. Ни одного промаха ни с игры, ни с штрафной линии. Но у него 3 фола. Он начинает третью четверть на скамейке. Александр Гудумак. Тайс Бэттл под крики «Let's go, let's go!» пошел. Тайс Бэттл пошел, забил. Он срывается туда просто как
пушечное ядро под кольцо. Не стесняется кончить результативно. 4 подряд очка Енисея. Минус 10 у них теперь. Айзея Кеннон 3. Кеннонбол. В цель. Холланд. Классное врывание Брауна. И упустил его Александр Годумак. Кара Уайт получил мяч против Тайса Бетла. Теодор пошел обыгрывать Балашова. Это тоже не спортивный фол. Засчитывается это попадание. Ли не уверен. От него защищается. 3 человека в какой-то момент оказались против Тимофея. Хэммонс 1. Лейтон Хэммонс хорошо. Браун на Жбанова. Отличное взаимодействие. Отлично исполнено Униксом. Балашов страхует Теодор. Хок расправился со всеми. Дастин Хок не забил. Снова он с мячом. Король подборов нападений Дастин Хок. И все же это завершил. Бульдозером оттеснил от подбора Дастин Хок. Классная скидка. И Метусов набирает 2 очка. Блестящая передача. Хэммонс. Снова 3. Еще одна треха Лейтона Хэммонса. Третья точно. Поогрызается, посопротивляется Холланд. Антипов заряжает. И Павел попал вторую свою в этом матче. Поймал передышку, но нет. Хэммонс со средней. Туда. Холланд. Смит, Павел Сергеев 1, туда. 2 подряд трехи Уникса из углов. Это их ответ на технический. Джамар Смит тогда промазал. Здесь Дастин Хок перехватывает эту передачу, устремляется в отрыв. Не бьет сверху, но заносит мяч в кольцо. Холланд, 10 секунд на бросок. Сергеев, скидка. Павел Антипов еще попал. Антипов и его трехочковый. Заслон от Брауна. Проваливается кольцо Браун. Смит выпрыгивает, как мало кто в европейском баскетболе. Джамар Смит просто с места разогнать. Джамар Смит дошел куда нужно и забил. Просто еще один день в офисе Джамара Смита. Он затыкает сирену. 72-58. Ланд. И защищался просто своим присутствием. Дастин Хок, он получает мяч, он тут же направляется к кольцу, он забивает и провоцирует 5-й фол Павла Антипова. Вот это свойство, чего из этого не вышло. 5 секунд на атаку, Енисей в тяжелой ситуации. Хэммонс 3, еще раз! Лейтон Хэммонс 4-ю свою треху реализует в этой игре. Хэммонс 5, Узинский отзащищался. Дастин Хок. Теодор на Холланда. Джон Холланд. Сайдстеп 3 не забил. Вот это подборище в исполнении Акара Уайта. Ему Холланд через Хога бросает. Практически залетел мяч в кольцо, но Браун зафиксировал. Убедился, что мяч все-таки в кольце. Один в один. Не стал разбираться с Годумаком. Скидка на Уайта. Промах. Опять Холланд и Браун даже между собой боролись. Бетл. Ба-бам! Тойш Берул! И шага унестись под чужое кольцо. Классная передача Годумака. Здесь не разобрались игроки Енисея на пик-н-ролле. Такое ощущение. Со средней через Уайта. Годумак взял подбор. Скидка на Хэммонса. Почему-то он не стал атаковать. Вот сейчас 5-я треха Лейтона Хэммонса в этом матче. 6. Хэммонс в пост против Жбанова. Скидка на Метусова. Трехочковый попал. Сергей Метусов. 11 очков разницы. Есть у Уникса, но Жбанов снова без нарушения правил отзащищался. Санько против Колесникова со средней. Эффектно. Бетл. Гудумак. И Уникс результативно заканчивает. Нет, я подумал, бонусный штрафной. Нет, 77-84. Уникс добывает очередную победу для себя.